Здравия желаю. Значит, что я придумал? БТГ-гибрид подвесной. Сейчас покажу, как это работает. Видите, лампочка освещает, светло в комнате. А тут вот панель, видите, под лампочкой подвешена. Вот она. От панели провод. И 4 еще лампочки горят по 7 ватт, видите? То есть видно, что она лампочка на 5,5 ватт потребляет 4,6, 4,8, а эти на 7, 4 штуки горят. Вот. То есть можно вот такие лампочки, такие панели можно ставить везде, подвешивать. То есть получается и свет горит в хате, видите, светло, и можно там что-то, ну вот я светил, а вообще-то нужно, батарейки придут, будем батарейки заряжать, то есть включил и заряжай батарейки, получается больше в любом случае, даже если получится поровну, и то будет, значит, бесплатный свет и еще зарядка батареек, все равно больше, понимаете, свет-то бесплатный. И назад, что батарейка заряжается, то это возвращается. А в дальнейшем можно, значит, когда батарейки будут, лампочки вот эту вот на 12 сюда повесить, прикрепить. Вот. И пусть она светит. Две батарейки. Одна батарейка будет, значит, от нее будет светить вот одна лампочка, вот сюда ее прикрепим. Вот та. На панель и заряжать батарейки, как она, значит, батарейка иссякнет, батарейки поменяем, получается БТГ. То есть система можно применять там, где люстры у вас, ставить вот так вот, можно большие панели, это слабое, оно и на 100 ватт будет, еще больше будет, значит, КПД. Сюда на 100 ватт поставить большую, привязать. Она осветит на 100 ватт. На 100 ватт она размером метр и 60 сантиметров. Вот я смотрел. Это где-то размером полметра и где-то 25. 50 на 25 где-то вот так. А если на 100, то же самое, видите, зависит от площади освещения. А если мощность больше будет, лучше. То есть надо, чтобы увеличить эту мощность, надо купить побольше панель, на 100 ватт. Тогда она будет выдавать, ну не 100 ватт, 60 будет выдавать. Вот сейчас это где-то выдает 20, примерно ватт 20, а берет 4,6. То есть направление перспективное, надо продолжать работать, сейчас будем ждать, значит, придут батарейки, там, может, что-нибудь сделаем более даже лучше, намного лучше, чтобы уже от сети не включать, сделаем полный самозапит, самообеспечение. Вот такие новости. Спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья и исполнения всех желаний.